Я плохо лажу с людьми. Но кое-что я умею. Мы должны были узнать, что им известно, но раз ты их всех убил, теперь это невозможно. Ты не подходишь для службы в разведке. Это твой последний шанс. Как дела в школе? Ужас. У тебя все лицо в желе. Нужно запостить в инсте. Может, мне лучше дома учиться? Вы из ЦРУ? Как ты сюда попала? У нее камера, она может стримить. Если Ким узнает, что нас раскрыла школьница, мне конец. И что делать? Убьем ее. Типа несчастный случай. Да, на лестнице. Что? Эй, я снимаю. Заключим сделку. Ты научишь меня быть шпионкой. Хорошо, но имей в виду, после этого мы квиты. Обещаю. С чего начнем? Стрельба, полоса препятствий или как круто выглядит на фоне взрыва? Детектор лжи. Я нюхом чую вранье. Самый очевидный признак – легкое моргание глаз. Вот так, что ли? Джей-Джей, твои тату просто огонь. Хватит. Джей-Джей, я верю, что ты никогда не принимал стероиды. Блин, схватывает на лету. Что ты видишь, когда смотришь туда? 90 гражданских, плохая безопасность, слабый периметр. Люди радуются и отдыхают. Тебе тоже не помешает. Моя очередь. Цель этого упражнения – обойти меня. Здесь нужно использовать отвлекающий маневр. Иначе у тебя просто нет шансов меня одолеть. Только не рыбка! У тебя суровый вид. Но ты хороший человек. Что это он делает? Похоже на танец Шрека на свадьбе.